Через 7 дней после бустерной прививки вы защищены. Вы еще не сделали третью прививку? Если с момента второй прививки прошло более 3 месяцев, поспешите сделать третью прививку. Число заразившихся коронавирусом быстро растет и может достигнуть более 50 тысяч в день. Бустерная прививка – это ваша возможность защитить себя от тяжелого заболевания и нарушения повседневной жизни. Не сомневайтесь, прививайтесь прямо сейчас!